Да я не знаю, прикольно же. Что это сейчас было? Холи крэп! Ага. Привет, ребятки, с вами Витёх, и это The Panic of Isaac Afterbirth плюс Twitch Mod. Во, Twitch, Twitch Mod. Все, Twitch. Ребята очень на Твиче сидят, уже потирают ручки. Говорят, сейчас мы Витьке каточку-то запорим. Давайте проверим, моды стоят, моды стоят. В прошлый раз мы ходили с вами на харде погурлять. Сегодня пойдем погурляем на гридере. Вот. Бессмысленно кого-то выбирать. Возьму Айзека, потому что есть D6. D6 это хорошая штука. Ну давай. Покажи нам. Что это такое? Эй, на 100 подписчик, ребят, сразу заскочил. Успел подписчик залететь. И что? Так, подождите. Ресток, Мегабин и Чемпион Белт. Ребят, давайте ресток. Вы чё, прикольнее же будет. С рестоком-то веселее намного играется. Да больше ничего нету. Ой, курица с плюс один хелсап. Не очень камильфо. Вот здесь неплохо, в принципе. Хотя, ну, за 7 монеток, конечно, весело купить артефакт. Я согласен. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Можно типа пройти сразу на выход, но это странный вариант развития событий. Не очень-то он мне и нужен. А если я прокопаю дырку вот здесь? Эй, а ты чё? Я думал, он взорвется, а он нет, прикиньте, висит дальше. О, мне ресток дали, прикинь. Хорош, спасибо, ребятки. Мы решили так сделать, да? Первый уровень мы мне помогаем, а последующие мешаем. Но я надеюсь, за первый уровень я сумею набрать ему какую-то. 69 рублей от любитель пошлого здарова. Витя, я вернулся, песенку на перерыв до угля, где тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Я тебя понял. Песенка говорит тыц-тыц-тыц-тыц. Воу-воу-воу, портал, гаси портал. Давай, Рэвич, 102. Давай, мы с тобой сможем. Мы справимся с тобой. Спасибо тебе за то, что ты пришел мне на помощь. Только подписчики могут помогать Вите. Ух, черт, побери, сколько пауков. Рэвич, может быть, ты это как-нибудь сам справишься? Я пошел. Я выйду отсюда. Ёлки-палки. Я, кстати, посмотрел, почитал. Действительно, разработчик мода сделал, что подписчики только 10 минут, ребят, находятся в игре. 100 рублей, пацан, отвечай, зачем тебе ресток в грид-моде? Да я не знаю, прикольно же. Что это сейчас было? Холи крэп, ребята, вы мне холи крэп вызвали. Спасибо вам большое. Нифига себе, как это круто. Это было спасение. Я понимаю, вы хотели же меня наказать, сделать мне больно, но не получилось. Смотри, зато как круто. Как круто зато все это выглядит, а. Бежим. Черт, 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 черт. Я не знаю, могу ли я на эти огоньки наступать. О, еще один подписчик. Кобутус, спасибо тебе. Я так понимаю, вот эти огоньки, они чисто для красоты и нифига не влияют ни на что. Ну эпично. Так все обесцветилось, такое беленькое стало. Слушайте, ну если бы не ваш холи крэп, ребят, я более чем уверен, что вы сами не знали, что вы вызываете, что это за ивент. Вот, но это было забавно. Когда я подумал, надо, по-моему, пойти уже нажать на кнопку выключения, и тут холи крэп! Сверху прилетает. Ведь счастлив, все счастливы. Матчбук. Что ж. Что же ты смотришь? Ой, что произошло? О, Pretty Fly. Вы мне Pretty Fly выдали, спасибо. Этих я люблю. Все, что сохраняет Витя жизнь, Витя любит. Слушай, я здесь кнопку не нажал. Ничего интересного. Да, очень часто, конечно, происходит голосование. Breakfast, more options, tractor beam. Прикиньте, нагадить-то не получится. Любой артефакт даст мне позитивчика. Так, нам нужен ключ в любом случае, так что берем. Что еще вот здесь чувака можно взорвать же? В нем деньги наверняка есть. 100 рублей, цена тебе чех, Витя. Ничего ты не понял. В грид моде же и без ресток товары восполняются. Да я знаю, ну все, я понял. Ну как я так эпично эту черную монетку-то отложил, а? Бомбиссимо, давай возьмем. Давай ты рерольнем. Рерольнул.
Так, а я больше не наберу. Ну давай, берем ХП. Их с тобой, золотая рыбка. Что делать-то, ребят? Блин, монета слилась. Что такое? There's options. Оно разве работает в этом режиме? Слушайте, мне не хватит денег. Мне не хватит денег теперь. Ну что за трэш? Слушай, а куколки, получается, дамажат своим присутствием на ком-то? Вы видели, он моргал? Действительно, они дамажат их своим присутствием. Чуть так много всех выскочило. Ребят, тихо, ты чё такой дерзкий? Сколько вас? Ничего, у меня два подписчика, они мне не помогут. На, это. У меня тут есть один синенький, один розовенький. Ну, я не знаю, нежно-фиолетенький, называйте как хотите. Как они прям меня затачивают тут. И главное, накакал на пол, даже никуда сдвинуться не могу. Умри ты уже! Во, наконец-то. А, нет, смотри, мне денег хватит. Не хватит денег. Ёлки-палки. Не хватит денег. Опа! Что такое, каприкон? Там артефакты, что ли, поперли прям гроздями. Я поставил, ребята, что вероятность событий намного больше, чем вероятность другого всего остального. Видимо, мне прет сегодня просто. Так, вот это я беру. Это я беру. Это мне добавит скорости стрельбы. Здорово, монстры, как дела? Тихо. Донат, привет! Ребят, подписчиками можно становиться вот прям вот в игру входить. Но правда только на Твиче. Подписчики с Твича попадают в игру, если хотите. Это я просто напоминаю, я не призываю вас этого делать. Я и без вас справлюсь. Ой-ой-ой, сейчас я чувствую, мне минус 5 ключей сделают, а мне всего один ключ. Надо его потратить срочно. Ну а куда я его потрачу? Никуда. Ну, в принципе, вещь-то неплохая, но... А ну его нафиг, давай... Ну, я же сказал, сейчас минус 5 ключей сделают. Давай, пошли нафиг, оставим. Оставим это здесь. Ну все, в принципе, денег нет. Все остальное я прорыскал. Посмотрел, потрогал, пора выходить. Минус 5 ключей. Ну какие вы, а? Ну все, первый этаж кончился, теперь можем пытаться накидать мне какой-нибудь пакости. Как договаривались, ребята, первый этаж помогаем. Хотя вы в первом этаже, кстати, тоже не всегда помогали. Вот сейчас бы я зашел бы и сразу в золотую комнату, а вы мне вот что сделали. Как неприятно, здесь вопросик висит. Ну берем так. Роид Рейдж. Это, ребята, у нас зеленый шприц. Теперь я бегаю как лосяша. И стреляю далеко. А, я же теперь даже не знаю, что покупать. Гениально. Сейчас скоро подписчики начнут кончаться уже. Всего на 10 минут. Ну, я бы... Нет, ну зря на 10 минут. Я бы до конца игры оставлял подписчиков. Но все-таки человек постарался. Так, вот здесь бомба хорошо заходит. Ты смотри. Так, сердцевина. Ой-ой-ой, ребята, вы мне Стэнли Парабл хоть и хотите включить? Мэггис Боу. Ребята включили мне Стэнли Парабл. Но я самый хитрый. А, нет, ты смотри, остается. О, слушай. Тут же могут быть и не монстры, да? Но если их не целые, не гроздями включать, то потихонечку можно так. А то я помню в прошлый раз. Включил, блин. Ай! Там орда целая выскочила. Вау! Ну вас нафиг, я пошел. Хе-хе-хе, как хитрожопа, да? Вот так вот Стэнли Парабл проходится, ребят. Так, ну погнали. Какахи. На. Жалко, что вот у меня ДД мой есть. Д6. Но по сути он не нужен. Ну, на этом уровне. Тихо.
червяк, 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 мочи червяка. Курор, что происходит? Мать твою, это что такое? Protect your head, что это значит? У меня гриб какой-то выпал. Что это было? Ну-ка, сейчас я посмотрю. Select event. И все, не написано ничего у меня. Что это было такое, ребят? Что вы мне вызвали? Вы мне сломали все, что тут было вокруг. Хотя нет, не все. Такое ощущение, как будто что-то сверху попадало. И если бы я в этот момент находился на в зоне падения, потому что он же написал... Береги свою голову! Блин, я его и не заметил, он тут в камуфляже ходит, прикинь. Тазик странный. Что это было? А, это был Earthquake. Вот у меня тут поднялась строчка. А то у меня тут белым на белом написано. Знаете, как интересно читать? Earthquake, землетрясение. Ну, я не знаю, оно мне помогло или нет вообще. Кто-нибудь заметил? Я что-то так... Я такого экшена не ожидал. А, о, все уже, да? Не иду. Чуть не монетки падают. Что это такое? Twitch Heart вы мне дали, спасибо. Twitch сердце. Ну, это не думал, что будет сложно. О, все, смотрите, один подписчик уже отлетел. К сожалению. Нужны новые подписчики, ребят. Как ни крути. Без вас никуда. Ладно. Ну, здесь справлюсь еще. Но дальше-то кончатся все подписчики, ребят. Надо Витька спасать. Уж я сейчас так неумело байтину на подписку. Прям прижал меня к стенке. Кусок мяса. Все-все-все, умри уже. Что вы там голосуете-то? О, Sacrificial Dagger, Rotten Meat, Sack of Penis. Ребята, Sack of Penis. Давайте мешок с пенисами. Ой. С этими, с пени, мешок с пени. Но вы мне, я смотрю, решили даггер дать. Подождать, что ли, даггера? С даггером уже убивать босса. А чё нет-то? Во. Хорош. А, ты смотри, какой застранец мне тут выпал. Тихо. Прикинь, я в Нассана попал, и нормально. Ну что ж ты зарезать-то себя не даешь? Ты какой нормальный будет давать себя зарезать, а? Все, убил. О-о-о! Даггер вообще зачетно зашел. Ну ура, я бы даже сказал. Спасибо, ребят, за даггер. Он прям сыграл. Давно я этого засранца без повреждений не убивал. Опять дьявольщина открылась. Что тут происходит? Опять Earthquake? Смотрите, как эта черная руна выпала. Верта Ченч. Black Rune. Что это такое? Она сожрала перту и сделала мне... Что такое? Eden's Blessing. А, я понял, что вы сделали. Вы активизировали эту бомбу, что ли, которая на каждом этаже активируется, или что? Ничего не понял, ребят. Вот вообще не понял, что вы там активизировали. Подожди, 14 бомб? Откуда у меня столько бомб? Eden's Blessing? О, хорош, это очень крутой арт. Мне кажется, надо было меньше, да, процентаж артов ставить. Но я небольшой процент артов поставил. Мне просто везет, я уверен. Так, погоди, я в кусачку не зашел. Ёлки-палки, сколько счастья, смотрите, и все фиолетовое. Гаппи Стейл, да ладно! С ума сойти, ребят. Вот я сейчас 157 артефактов наберу, наверное, в конце игры. Руна работает по принципу Войда. В смысле? А, то есть, если был бы там активный артефакт, или любой другой, она бы его съела, да? Принцип Войда такой. Ой, слушайте, ну мне ни то, ни другое, по сути, не нужно. О, вот это возьму. The Soul возьму, будем отклонять от себя Shot Speed Up. Не, это не очень нужно. Что вы мне взяли? Пули Discharge. Я только что режимился. Я даже не видел, что вы там делаете. Так, ну можно вот эту штуку взять. Хлебушек тоже. Эй, пауки, вы чё?
Прикинь, пауки взяли, растащили мы. Хорош, он хватает бомбу и тащит ее куда-то в сторону. Эй, паук, ты че? Перестань это делать. Дерзкие они какие-то здесь местные пауки-то. Так, батарейка, молочко. Опять ничего стоящего, ребят. Да как так-то? Ну, в принципе, бомбы есть, что не повзрывать. Во! Неплохо. Вот этот глаз тоже неплохо. Давай глаз сразу купим. Глаз я куплю. О, гвозди! Еще круче! Хорош! О, за гвозди большое спасибо. Да ты, ты сраный паук, ты че? Я хотел че? Да ты че? Падла. Они издеваются, прикиньте, пауки хватают бомбы и тащат кто куда. Я взял, купил батарейку зачем-то, случайно убил. Э! А где... Какого хрена, ребят? Куда вы мне мою дэшку, куда вы мою дэшку слили? Блин, ну арт, конечно, вы крутой дали, но он не заряженный. Как побери? Ну ладно, придется эту штуку брать. Он же не заряжен. О, еще кусок гаппи, прикинь. Уже сейчас гаппи еще стану такими успехами. Ну ладно, давай заряжать потихонечку. 12 зарядов надо сделать. Я чувствую, я зарядить-то его не успею. Меня сейчас тут поубивают все. Ай. Ёлы палы, лес густой. Жопы стреляющие. Блин, а этого нельзя... О-о-о-о! Слушай, ты умирать будешь, взорвись там уже где-нибудь. Ой, спасибо, ребята. Спасибо, ребята, если бы не вы. В общем, это аналог то, что было вторжение... То, что вы мне делали святое вторжение, это вы мне адское вторжение сделали, я так смотрю, да? Со звуком... Что-то пришло и уничтожило все, что тут было. Так, унитаз бомбим. Унитаз бомбим. Так, ой, черт побери, я надамажился, если честно, очень сильно. Как его... Цветочек уже не работает, нифига. Я даже не знал, что там на цветочке у меня было до этого. Так, надо выйти, зарядить цветочек. И погоди, цвет... А, цветочек это не то, я перепутал, это не фигня с аурой. Все, я понял. Ух, черт побери. Это просто ускорятель. Я вспомнил. Только тихо, 7 секунд осталось. Дайте, дайте парня убить. Нормально, смог. Ну, скорость у меня высокая стрельбы, конечно. Ой, тихо. Что это? Дэдди Лонглэкс. Спасибо. Отлично, отличный артефакт. Довольно часто прокает почему-то. Видимо, не везет. Мама. Сестры виз. Слить, что ли, на них эту штуку? Да не так убью. Сейчас у них покатушки будут, прячемся. Одну сеструху вальнул. Черт побери, что ж так развернулся-то прям в меня. Тихо. Да елки-палки. От, спрятался. Воу-воу-воу, воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай-ай-ай-ай, не дерзим. Ха-ха-ха-ха, прошел. А, ну, погоди, я же сделку делал. Слушай, ну у меня шанс ангельской комнаты каждый раз есть? Нет, нифига, не хочет мне ангельские комнаты давать. Говорит, дайте дьявольскую. Один этот vote for it. Что это такое? Что вы сделаете? Что вы сделали, признавайтесь? Беркану сожрем. Бланкрун. Так, бланкрун. А где мне денег-то еще взять на арте? Гвозди это круто. Дагаз. Дагаз. Ну, конечно, я возьму гвозди, ребят. Ну... Я бы с удовольствием взял бы еще вот эту штуку. Так, здесь секретки нет. Может попробовать секретку найти, может в секретке что-то будет. Так, где у нас секретка может быть? Она может быть здесь.
Здесь. Так, стоп. Опа! Кабутуз! Спасибо за подписочку! Ух! Жерло вулкана прям открылось. Ну, может быть, здесь? Хорош. О, неужели хватит? Ты прикинь, одной монетки не хватило. О, The Universe Geek. Слушай, ты у меня вечный кукол вместе со мной, который бегает. Так, ребята, одна монетка нужна. Может, в горшке достать ее попробовать? А, нету, последнюю бомбу слил. Черт побери. Что делать-то, ребят? Там нет никакой монетки, нету. Ну, это все из-за этого... Ах, ладно, все, пошли тогда. Что тут причитать? Что такое? Lucky Tor. Триньку дали, Lucky Tor. Да не, я лучше грибок возьму. Эх. Ну ладно, зато сейчас нормально должны пройти с вами. У нас есть заряд. Сейчас мы наступим. А он как пойдет, как всех раздамажит. Вот они, монетки. Куколка. О, шприцендель. Хорош. Я там еще спуна не собрал. У меня два шприца, ребят. Две части от Гаппи есть. То есть, по сути, я совсем скоро уже героем стану. О, паучок. Паучков, видите, любит. Что это такое за монетка, которая сразу три дала? Что за прикол? Давай паучка возьмем, так уж и быть. Ну, поехали, давай. Активизируем. Ну, пока не сложно, хотя давай, поехали. Появляемся почаще, ребят. Ай, черти, вот эти черти меня сейчас притормозят. Ой, не успел. На босса не хватило, ребят. Ну ладно, ладно, фиг с ним. Босс я и так, надеюсь, смогу завалить. Хотя он там... Ух ты ж, нифига себе! Спасибо, ребята. Вот это вы мне счастье прислали, а? Черт побери! Пора выключать тут всех нафиг! Так, включай. О, черт. Слушайте, эти шипы, это трэш вообще. Вот вы знали, что подсунуть, а? Это что такое? Что происходит? Я не понимаю. Follows your movement, delayed by 3 seconds, deal contact damage. Контактные повреждения. Да, это орбиталка. Орбиталку съем. Орбиталку возьму. Да и штуку тоже можно взять. Че я творю? Ansus Vision. А, фиг с тобой. Взорвать не могу. Так, вот здесь осторожненько. Надеюсь, сейчас мне не прилетит каким-нибудь... Фига себе. Спасибо, ребят. Теперь главное не наступай на шипы, все это собрать. Пока вы что-нибудь там не призвали еще опасного. Слушайте, я опасно вообще это делаю. Мне зайти в магазин полечиться сначала. Оп. Так, как полечиться? О. О. О, я сразу... Слушай, одно сердце мне две жизни дает. Неплохо. Так, бомба. Давай возьмем бомбу. Сорвем вот этого парня. Обидно. Вот этих двух. Хо-хо-хо, нифига себе. А, так. ТП-шку взять. О, я знаю, где секретка, кстати. Пошли, сходим. А, бомбы-то нету. Черт, бери. Пошел за секреткой без бомбы. Молодец. Только Витя так может. Ай. Вы мне золотое сердце дали, ребят, спасибо. Сейчас я выйду в магазин, а там опять куча денег лежит. Эпично, просто эпичная секретка. О, на то здесь сердце есть. Спасибо вам, ребят, спасибо за золото.
Я так понимаю, вы хотите подляну кинуть, но не знаете, что из этого является подляной. Поэтому такой... О, сосо, давай берем сосо. А, стоп, у меня же уже максимум по скорости стрельбы. Что же я делаю-то? Так, ладно, проходим. Осторожно. Есть, вышел. Фух. Ну вы проказники, а? Надо же было такую штуку подлянистую выкинуть мне. Лапка. Лаверс, отлично. Лаверс хорошо зайдут. Учитывая, что сердца у меня сейчас дают дофига. Давай. Хорошо, отъелся. Так, ну мне еще один ключ нужен. Пойду золотуху открою. Red Heart. Эпик Фетус. А нафига мне Эпик Фетус, ребят? Мне Эпик Фетус не нужен. Я и без него отлично играю. Ну тебя нафиг. Не буду тебя брать. О, новый подписчик, ребята, смотрите. Фейсмен 4. Добро пожаловать, Фейсмен. Так, брать ли вешалку? Я не думаю, что она увеличит мою скорость стрельбы, но проверим. Нет, не увеличивает уже ничего. Оу, даймондс, ребята, я даймондс нашел. Так, значит, надо зарабатывать денег. Жалко, что я сразу не подобрал. Ну, теперь-то что? Теперь-то все, погнали. Как классно, нога сверху пролетела. Я их такой мочил, нога такая, на! Тихо. Вот эти подлянистые чуваки. Красные болевуны. Закатал одного. Ух ты. Так, я в общем держу нижнюю половину поля. А монстры верхнюю. Что происходит? Что с моими пулями? Чего они летят в разные стороны все? Что вы включили? Where are you looking? Куда ты смотришь? Ха-ха, нифига себе. Ребята, вы посмотрите, как эпично летают пульки. Такое ощущение, как будто я спреем из автомата стреляю из калаша. Класс, ребят, супер. Вот это ивент, вот это мне нравится. Главное, я все равно попадаю. Зачет? Даешь больше трэша. Прошло, ребят, прошло. Слушай, это круто было, вот это мне понравилось. Вот эта штука мне понравилась. Которая в разные стороны расстреливала все. Тихо, не дерзить. Папка в здании. Папка на уровне. Ой, сегодня игра решила пройтись по таким с монстрам. По алчности и прочим. Как это, по всадникам апокалипсиса. Так, ладно, из этого сейчас много повылупляется. Где нога? Давай. О, отлично, нога зашла, супер. Что такое? Что я там успел? You get blister. Что такое блистер, ребят? А, это я понял, это триничка. Это триничка, которая заставляет отталкиваться сильнее. Но у меня и так сильно все отталкиваются. Поехали. У, какие штуки, смотри. Бомби, не знаю, не хочу. Ой-тю-тю-тю-тю, increases knockback, да. А, слушай, у меня же есть это. Батарейки лежат. О, такой просто снес. Дайте зарядить. Дай заряжу. Я не могу сажать чуть батарейку. Видимо, пока не пройдет эта фигня, я не могу жрать батарейки. Хорош, а что так батарейки мало восстанавливают? Ну, что тут, вавилонская штука нам точно не нужна. Потому что у меня столько сердец, что она никогда не будет работать. А вот эту штуку возьму. Карта Таро. Спейдс. Давай возьмем. Слушайте, а у меня же этот сейчас дважды сработает, получается, да? You get technology. А, и засранцы все-таки смогли, да, как это поруинить мне тут все? Слушай, а technology... Если бы это был Brimstone, я бы тогда пошел бы пикфетус взял бы, честно. Эй, хорош, хорош, тихо, тихо, тихо. Так, погодите, значит мне нужно сделать 25 монет,
один раз 50, второй раз 99 становится. Соответственно, я могу немножко паролить, да, монетками тут. Хорош. Так, шприцандель. Надо брать, в принципе. Я спуна сразу соберу, да и шанс приз крутой. Поэтому я юзаю даймондс, у меня становится 99 монет. Оу, спун. Хорош. Так, еще насрали тут на полу. Опа, новый подписчик, Кабутуз. Прикольно. Ребята, нас больше становится. Мы в тельняшках. Что произошло? Контейнер хард, спасибо. Сквизи, давай черную свечку возьму. Сквизи вряд ли мне что-то сделает уже. Но зато два серых сердца дал. Так, еще серое сердце, откуда оно взялось? Ладно, ладно, давайте оставим, наверное, на следующий этаж. Я здесь ничего не оставил. Да не, я нормально, я смогу. Я справлюсь, ребят. Бери фетус, это технология 1. Да я знаю, он будет прилетать, и в разные стороны будут лазеры разлетаться. Это будет эпично, да, но не настолько. Мне так нравится. Так, денежка, берем. Что здесь в магазине? Так, ну здесь в магазине есть карман. О, ключи можно подслить. Так, карман. Да карман-то мне не нужен, я уже и так могу по два всего таскать. Поэтому я, наверное, все это дело рерольну. О, ну наконец-то, хаос. Ну я тебя давно ждал, где ты гулял-то? Ноль коинс. Вы мне ноль коинс дали, ребят. Я сначала подумал, что мне сделали ноль коинс. Уже начал кричать в душе. Думаю, ах вы паразиты такие. И тут меня осенило, что это не то. Полет, кстати. Давай возьмем. Маска, тоже неплохо. Защита. Ребята, все, ведь я дожрался. Никто ничего никак не сможет, видите, противопоставить. Ну все, я готов нагибать. Слушай, этот чувак тоже летать стал, черненький. Тень которая. Чу-чу. Кто успеет? Кто успеет подъехать, ребята, на победную... На победный танец смерти. Или как это назвать-то, я не знаю. Но я в любом случае победю, ребят. Вы можете увековечить свое имя, всего лишь подписавшись на мой канал. И появившись вместе со всеми ребятами. Вот это классный байк. Это же тщеславие, ребят. Я же знаю, все тщеславные люди. Все хотят известности, популярности. Ну, почти все. Что такое? Минус 4 ключа. Спасибо, что избавили меня от этой ненужной штуки. Классно, как я все раздвигаю тут. Здорово, здорово, парни. Победа наша. Немножко денег не помешает. О, что там за звук? Я что-то убил, но что я не понял. Что там было-то? Слушай, как я классно прошибаю-то их всех. У них нету шансов, ребят. Ни единого шанса, Витя победитель! Долго держится парень. Есть еще один, но где, я не знаю. Иди ко мне. Давай, блин, я испугался. Нифига он, кстати, не через 3 секунды находится в том же месте. Он приблизительно через секунду двигается. О, это гениально, ребят. Такой гениальный артефакт. Его-то я и ждал всю игру. Конечно, я без него... Хорош, ребята, 50 гигабайт в секунду, давайте выйдем, здесь будет веселее. Но не, у меня слишком крутое сооружение. Если в прошлой катке это как-то меня напрягло, то здесь... Не, пошли в магазин, еще поубиваем их. Убийство в магазине, ребята, в прямом эфире, без смс. Фух, так, что тут у нас? Может быть, все-таки как-то гаппи сумеем достать? Нет,
Нет, ребят, гаппи мы не можем достать. Хотя можно попробовать. Но я в любом случае... да, вот это хороший артефакт, он дает повреждения. Но у меня есть еще немножко монет. Я в любом случае вот как-то могу попробовать еще взять гаппи. Вдруг повезет. Вдруг я подберу гаппи. Вот всего-то надо, чтобы за последние вот 5 монет оставшихся мне прокнул кусок гаппи. 4 монеты осталось. Последняя. Оу. Что такое? Red Heart, спасибо. Какой-то зеленый... Freezes all enemies in the room until you press the fire button. Не. О, погоди, а оно... А это пикап или так это? Не, это активный предмет. Не-не-не. Ну ладно, ребят, в принципе, мы тут с вами уже все, что могли, то сделали. По полной программе все разрядили. У меня больше ничего не осталось. Ни денег, ни бомб, ни ключей, поэтому смело отправляемся дальше. В атаку на говнюков. Лицо прокает. Ха-ха, вот они, деньги-то, ребят, где лежали. А ладно, давай, берем, поехали. Ультрагрит и куча-куча-куча ребяток, которые мне помогают. А, кто-то успел, новый подписчик заскочил. Куча цифрок, 2, 2, 8, 6, 6, и дальше я не успел увидеть. Давай, мы все вместе, ребятки, все вместе это сделаем. Я не буду пока сливать вот этот мега-мега-мега ультра-шот. Я его оставлю на вторую фазу сатаны. Я хочу позволить... Ой, сатаны, что же его сатаной это опять начал называть. Что вы мне дали? Twitch Heart, спасибо. Ой-ой-ой, бомбы. Я хочу оставить на вторую фазу. Я не уверен, что это будет много дамаги. Ух, черт. Дамагнуло меня по Twitch Heart'у. Но все равно у меня вроде повреждение большое, пробиваю слабо. Может, действительно правду говорили, что по нему проходит всегда... У него типа армор большой. Мне кто-то рассказывал, что типа у него большой армор. И, то есть имея там даже 15 повреждений, все равно наносишь по одному, грубо говоря. А быстро-быстро его убить можно только вот какими-то своеобразными вещами. Либо принеся, ну, очень много повреждений. Денег накидал. Стой, деньги. Да ладно, я выиграю, я смогу, я справлюсь. Знаете, вот эта вот тень, как-то она меня не воодушевляет. Она очень странная. Я ее купил за единичку, конечно, но она толком ничего не делает. Какого хрена? Почему Сту пришел ко мне на стрим? Хорош! Стул, ты чё, решил попеть, что ли? Нифига себе. Вот это экзорсизм просто сейчас был. Никогда больше не включайте эту штуку, ребят. Вы чё? Это просто трэш. О, скидка. Смотрите, я скидку нашел. Так, давай, вылупляйся. Сейчас я буду давать тебе залп. Нормально несу! Хорош! Давай, детка! Куда ты делся? Хорош прыгать! Хорош прыгать, когда тебя убивают! Слушай, ну это круто! Смотри, хватает, чтобы его убить! Офигенски! Хватает, чтобы убить полностью! So slowly! А что slowly-то? Что slowly-то, ребят? 4 сердца. И каждое сердце еще восстанавливает по 2 сердечка. Прикиньте. 8 сердец у меня, грубо говоря, в одной карте лежало. Ну, вы под конец, конечно, дали просраться. Но стул долго терпел. Я давно не давал ему попеть. Ну, наверное, вот с того памятного стрима, да, когда я отошел и он начал петь. Вот с тех пор он не пел. Но сегодня он не сдержался и сделал это еще раз. Ну, что поделать.
Белинго, ты не успел, мы закончили катку. Ты чуть-чуть не успел, но все равно большое тебе спасибо за подписку. Ребята, мы увидели с вами новые ивенты, особенно последний, который порвал наушники ни одному десятку зрителей. За это надо обязательно лайк поставить тем, кто это выбрал. Вот. Я могу только сказать большое спасибо тем, кто кидал донаты, тем, кто успел подписаться за этот стрим, за это прохождение. Вы будете увековечены в Ютубе, ваши ники. Вот так вот. Это моя благодарность вам. С вами был Виктор, канал Витёк Play и Айзек Afterbirth Plus Twitch Mod. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, движуху создавайте друзьям, отправляйте это видео. Позитивизируйтесь. Всем пока.